Новая импульсная винтовка «Зелень юрского периода» появилась в игре со стартом ивента «Фестиваль усопших» 2021 года. Чтобы получить ее, вам нужно завершить вступительный квест от Эвы Леванте, после чего оружие будет падать вам за завершение зачарованных секторов. И даже не по одной винтовке, а по две или даже три за раз. Если верить заметке на оружие в ассортименте Эвы, шанс выше, если вы преобразуете спектральные страницы. Пульса на скорострельной раме на 540 выстрелов в минуту. Этот архетип многим нравится в PvP в текущей мете. Винтовка Темный час того же типа. Но вот набор перков на зелень юрского периода не самый богатый, буду честен. Из того, что вы можете выбить, я бы рекомендовал для PvP туннельное зрение или убийственный вихрь, плюс магазин для множественных убийств. Для PvE, если вам понадобится солнечная импульсная винтовка, то на зелени юрского периода подойдет жизнеобеспечение или дальномер, плюс безумие. В обоих случаях, конечно, вас интересует абсолютно дальность стрельбы. К сожалению, автоспуска тут нет, так что некоторые любители зажать скорострельной пульсе спуск будут разочарованы. А еще, стоит оставить хоть одну такую винтовку с перком жажда адреналина, например ту, которую дает Эва в конце квеста. И да, я серьезно, ведь на днях Банжи сообщили, что этот перк будет переработан и порекомендовали не пылить оружие с этим перком. Ждем новостей о ребалансе, может в будущем мы будем прям фармить этот перк на оружие для ПВЕ. На этом у меня все. Да, это снова супер короткий видос. Нет, такие теперь не будут постоянно, но я буду делать такой формат почаще. До связи!